Анька, смотри, 20 дней. 20 дней только вот документацию сделать, то все, мы будем ходить в школу. Школьную форму не покупайте. Школьные принадлежности как таково тоже не покупайте. Остальное все будет целый год дистанционно. Вот в январе месяце, до января месяца все будет дистанционно. На сегодняшний день Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство образования и науки Чеченской Республики ориентировано на очную форму обучения. Даны указания учебных заведений начала очной формы обучения с 1 сентября. Мы на дистанционное обучение не ориентированы. Сегодняшний день ситуация по коронавирусу на территории Чеченской Республики находится в управляемом состоянии, то есть нет дополнительных вспышек инфицированных больных, есть стабильность. Поэтому очная форма обучения будет продолжаться соответственно программе обучения. Если будут какие-то изменения по требованию Роспотребнадзора, то, соответственно, население Чеченской Республики будет уведомлено. Ориентируйте ваших детей на учебный процесс, а мы, короче, с большим удовольствием и большой радостью будем 1 сентября встречать ваших детей в стенах наших школ, наших учебных заведений, и рады видеть ваших детей и вас.